Вязка, слабость, вот состояние было ужасное. Мы ездили на Иссык-Куле, приехала, мне сын говорит, мама, иди проверься. Я пошла, проверила сахар. Сахар был 19. Для меня это был шок. У меня мама диабетик, но тем не менее, вот этот сахар, он действительно начинает разрушать человека. Поэтому я до этого другую продукцию пила, в другой компании, но стала искать что-то более такое. Стала искать именно продукт клеточного питания, именно то, что дает нам пользу, и чтобы снизить сахар. И вот в июле месяце я познакомилась с Алитой Мустафаевой, мой менеджер, и тоже сделала заказ. Неонулин, кардиовитин, омега и гук кедра. То есть для того, чтобы давление привести в порядок, сахар снизить, общее состояние. Вот, начала пить, конечно, изменения начались. Общее состояние гораздо улучшилось. По ночам не так стала бегать, вот, забываю говорить. Обычно у диабетиков есть такая болячка, да, это ночные вставания. 2-3 раза обязательно ты встаешь и бегаешь в туалет. Вообще, обратите внимание, если вы ночью встаете в туалет, значит, у вас идет где-то сбой в общем организме. Это где-то идут нарушения. Человеческий сон спокойный, вы легли, и до утра вы не встаете. То есть вот это сейчас сон, честно, вот когда идут наши презентации, на сон тянет, но потом какой-то период пересиживаешь, потом вроде бодрячком, если засыпаете, да и кушайте, спать не будете. Вот. И да, продукт мы попробовали в сентябре, привезли его оттуда, да, сахар, конечно, стал снижаться, не так скачет. Вот, ну, Радкан более такой яркий результат у меня хороший, да. У меня 6,9, 6,5, но для меня это хороший результат, потому что все равно сахар дает свою побочку на глаза, на ноги, общее состояние, да. Но сейчас не сравнить то, что я была даже вот 3 месяца, 4 месяца назад, и энергия появилась, и общее состояние. И вот хочу сказать большое спасибо Андрею Артуровичу за вот этот чудо-батончик. Действительно, я люблю сладкое. Но так как я диабетик, я не могу покупать в магазины шоколадки. Не, ну, хочется же иногда покушать что-то, особенно праздники, тортик или еще что-то. Нет, вот у меня в сумочке вся батончик. Классный перекус. Открыл, съел, все. Ты и сытый, ты, у тебя сахар не скачет, не поднимается. Если сахар нормальный, то сосуды твои не разрушаются. И давление твое нормальное. Так что всем рекомендую, берите наш продукт, кушайте, получайте результат. 6,5. Да, холестерин нормальный, был очень высокий холестерин. Хотели посадить меня на статины, я отказалась, это было осенью, да, когда я начала тут этот продукт. Вот. Это еда, я его просто кушаю. Поймите, очень многое зависит от еды. Почему у диабетиков идет нарушение, когда кушают сладкое? Инсулин вырабатывается. У меня, например, диабет 2-го типа, да? У меня инсулин вырабатывается, но мой инсулин не убирает эту глюкозу. И глюкоза остается в сахаре. Это опять-таки на фоне стресса. Вот, ночной продукт, он именно успокаивает нервную систему, он приводит в порядок нашу обмен веществ, начинает приводить, кишечник и прочее. То есть в комплексе оно приводит в порядок это нарушение обмена веществ элементарно. Ну, а сахар вообще будет снижаться? Кто вам сказал, возможно? Конечно, у нас есть результаты, вот в Алмате мужчина, дальнобойщик, у него сахар был 25, он был на инсулине. Он взял продукт, поехал в рейс, просто принимал, не контролер, потому что в рейсе устал. Он приехал, у него сахар 5. Он сам был в шоке. Он сейчас инсулин не колет. 5? Ровно 5 у него был сахар. Да. Где-то в роликах есть. Вот заходите почаще в чаты, смотрите в чатах. Там очень много результатов.